Готовим аппетитный, вкусный, яркий и полезный салат с морским коктейлем и руколой. Рецепт очень простой, салат понравится многим, особенно тем, кто придерживается правильного питания. Морской коктейль используем маринованный, можно со специями, в составе будут мидии, кальмары, креветки, щупальца. Для заправки салата можно использовать только сок лимона. Подавайте салат к обеду, ужину такой вариант легко украсит праздничный стол. Рукола – 70 грамм. Помидоры – 200 грамм. Морской коктейль – 120 грамм. Куриные яйца – 1 штука. Лимонный сок – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Перец – по вкусу. Количество порций – 1. Подготовьте ингредиенты. Руколу ополосните и просушите, порвите и разложите на тарелке. Куриное яйцо сварите вкрутую, очистите и разрежьте на 4 дольки. Добавьте дольки яйца в салат. Выложите в салат морской коктейль. Помидор сполосните и просушите, нарежьте дольками и добавьте в салат. Соль и перец добавьте по вкусу. Так как в салате используем маринованные морепродукты, масло не добавляем в заправку. Сбрызните салат лимонным соком и подавайте к столу. Приятного аппетита!